Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте. Меня зовут Ольга Савушкина. Я являюсь бизнес-тренером и консультантом по категорийному менеджменту. Основала школу категорийного менеджмента «Катманду». Скажите, пожалуйста, вы были спикером на многих наших сессиях. Расскажите, какие темы поднимались, какие самые интересные, может быть, поделитесь своими впечатлениями. Ну, одна из сессий, в которых я участвовала, это конференция по категорийному менеджменту, которая прошла вчера. Я рассказывала на тему успешной промо-стратегии в условиях новой реальности. Эта тема актуальна, наверное, потому что в настоящий момент всех интересует, как же перестроиться ритейлером в связи с тем, что восприятие цен и промо, оно меняется, и в пандемии тоже есть ощущение, что оно менялось. Но, тем не менее, я представила как раз обзор рынка как российского, так и европейского, какие самые эффективные промо-стратегии, удачные промо-акции, которые приводят к максимизации продаж и прибыли. Вот этот вопрос реально волнует многих ритейлеров, как уйти от этой промо-зависимости. Интересно. Скажите, а были ли жаркие споры? Вот в этой сфере все смотрят в одну и ту же сторону или есть несколько разных моделей, сильно противоборствующих друг другу? Но, к сожалению, могу сказать, что все акции, которые в России запускаются в розничных сетях, они в основном ориентированы на снижение цены. И это тот вот большой недостаток, который, или, может быть, скажем так, это точка роста, да, которую точно нужно рассматривать ритейлерам. Я как раз показала примеры того, что акции могут быть и совершенно из другой области, да, то есть направленные на дополнительные ценности. Например, акция, которая предлагает и выгоду, и выбор. То есть там три продукты из категории сыры или из категории мясной гастрономии по какой-то там цене, например, 3 евро. Это в Европе, но у нас это может быть другая история. Вот, то есть вот эти мероприятия, они, к сожалению, не очень рассматриваются. Ну и, конечно, программа лояльности, которая позволяет делать персонализированные предложения, это тоже очень актуально. Я в ближайшее время буду как раз проводить онлайн-курс по управлению промо-акциями. Расскажу, как правильно выстроить промо-календарь и промо-планирование, как включить поставщиков в этот процесс и, собственно, какие метрики ключевые должны быть для оценки промо. Ну и, пользуясь случаем, хочу пригласить всех на ближайший онлайн-курс нашей школы категорийного менеджмента, который пройдет 23-24 июня. Это короткий онлайн-курс, 2 дня по 3-4 часа в день в онлайн-формате, но живое общение в Zoom с упражнениями, которое поможет узнать и понять сетям, как правильно методику категорийного менеджмента применять в условиях новой реальности, какие изменения произошли и какие инструменты сейчас наиболее актуальны. Поделюсь вот этим опытом в течение онлайн-курса. Приходите. Можно меня найти на как в Фейсбуке, так и на сайте школы katman-du.ru. Спасибо большое. Добавить абсолютно нечего. Надеюсь, что ваша работа поможет всему рынку стать лучше и приспособиться к новым реалиям. Спасибо вам большое. Спасибо.